Не секрет, что море, солнце, вода и оздоровительные процедуры необходимы всем, кто живет за полярным кругом. Бюджетники области, среди них более 100 мурманчан, смогут получить путевку на побережье Черного моря бесплатно. Программа оздоровления северян работает уже несколько лет подряд. Учителя, врачи и другие сотрудники бюджетной сферы вполне могут на нее рассчитывать. В этом году в Мурманске будет 102 таких счастливчика. Реализация проекта под пристальным вниманием городских властей. Глава администрации Евгений Никора провел рабочую встречу, где и участники обсудили вопросы отдыха северян в этом году. Посмотреть перспективу реализации этой программы не только в 2020 году, но, по крайней мере, на период до 2022 года. Чтобы мы в рамках трехлетнего бюджета понимали, что нам нужно, что может нам предложить программа оздоровления северян. Важно, что программа существует, важно, что она действительно направлена на оздоровление северян. А оздоровление северян – это то, что обеспечивает и качество жизни. В бесплатную путевку входят питание, проживание, лечение и трансфер. Санатории, куда отправятся северяне, будут выбирать очень тщательно, по конкурсу. Как отметили участники встречи, это должен быть качественный, комфортный и максимально эффективный отдых. Министерство социального развития Мурманской области выставляет на торги, значит, на конкурсной основе, и играются торги, где все желающие на Черноморском побережье представят свое ценообразование. Вот на сегодняшний день цена по этому году идет от 2800 до 3000 рублей человека день. Преимущество в распределении путевок у сотрудников с минимальной оплатой труда. Муниципальным служащим и руководителям бюджетных организаций бесплатные путевки не предлагаются.